Ладно, Том и Джерри, давайте я вам объясню. Я сторожевой пес. И пока нет хозяев, моя обязанность смотреть и следить, чтобы ничего не случилось. А это значит никаких игр, никаких догонялок, никаких... Эй! Прекратите, пока ничего не разбили. Цветок хозяйки. Поймал. Осторожнее с птичьей! Как раз вовремя. Нет, только не аквариум! Ладно, болтусы, слушайте меня. Вам нравятся беспорядки? Живо уберите, или я вас выгоню. Понятно? Что теперь? Наверное, какой-то продавец. Я от него избавлюсь. Это его напугает. Мне нужен дом. Нет, только не здесь. Ни за что. У меня и так полон дом зверей. Рыбка, птичка, мышка, кошка. Довольно. Никаких котят. Эй, Том, Джерри, вы уже закончили уборку? Хорошо. А теперь убирайтесь, пока не опрокинули чего-нибудь еще. Больше никаких игр. Вон, вон, вон. Наверное, мне снится кошмар. Да, конечно, это сон. Снова этот котенок. Я должен его прогнать. Я же сказал тебе не... Нельзя. Его нет, ясно? Кто позволил ему войти? Где он? Я слышал котенка. Убирайся отсюда! Эй, вы! Источники неприятностей! Где котенок? Вы меня не обманете! Я знаю, что он здесь! Но я что-то слышу. Спишь! Ты что, вздумал разыгрывать меня? Или тебе снится второе детство? Этот котенок отправится в корзину. Извини, но никаких котят. Значит, вы любите играть. Может, сыграем в «Поймай кота» или «Собачки-мышки»? Не уходите, ребята. Я, наверное, сошел с ума. Канарейка начинает мяукать, как котенок. Может быть, это кошачья птица? Теперь уже лучше. Это не птица. Они все надо мной издеваются. Тот котенок в этой клетке. Ладно, птаха, где котенок? Может, я сошел с ума? Я выгнал котенка, он не может быть здесь. Я все слышал. Котенок у вас. Мяукающий цветок. Этого еще только не хватало. Так, я тебя видел. Убирайся. Теперь он не войдет. А где эта парочка вредителей? Что происходит? Я не понимаю. Теперь у меня кошка-рыба. Я больше не могу.
Что это было? Не могу поверить. Моя кукушка мяукает. Снова этот котенок. Вернись! Так, значит, его прячут эти вредители. На этот раз вам придется ответить. Куда подевался котенок? Где он? Что? Шестеро котят? Нет, мои нервы не выдержат. Я ухожу, пока окончательно не свихнулся. Моя косточка, собачья еда, резиновый мяч. Что ж, я все собрал. Конуру я тоже забираю. Ты? И ты. Так, вот в чем дело. Шестеро котят. Я не сошел с ума. Хватит, перестань. Какие милые. Очень. Эй, ребята. У нас гости. Не стойте, как истуканы. За дело принесите дюжину порций молока. Правда, они милые. Пейте молочко. Для растущих котят это полезно. А вы можете идти играть. С этой минуты смотреть за котятами буду я. Кис-кис-кис, крошки-малышки. Пора спать. Добрый вечер, с вами профессор Фиксет с передачей «Советы для дома». Сейчас сезон термитов, так что убедитесь, что ваш дом неприступен для них, пока они не нанесли ущерб. Один из первых признаков термитов — так называемые летучие муравьи. Этих насекомых легко уничтожить спреями. Не поддавайтесь ложному ощущению безопасности. Маленькие вредители наверняка уже трудятся в вашем доме, разрушая все, сделанное из дерева. Отряд! В этом доме много деревянных вещей! Мы должны быть там! Да, да, да! Вперед! За мной! Возможно, что они уже грызут тот самый стул, на котором вы сидите. Термитов можно увидеть поблизости с тем предметом, который они уничтожили. Ладно, ребята, держимся рядом. От тебя до тебя. Да. Ладно, ребята, ужин подан. Да. Вперед, за мной! К несчастью, если вы обнаружили их в своем доме, скорее всего, они уже уничтожили все, что сделано из дерева, или почти все. Поскольку они ненасытны, они все время едят, то есть не останавливаясь, едят. Вы меня слышите? Понимаете? Ребята, вижу еду! Мы соберемся в это полено и перекусим! Да! Вперед! За мной! Вперед! Thank you.
видите? Нас обманули! Мы должны отомстить! Да! Стойте! Что это? Отступаем! Ребята, отступаем! Так, слушайте меня внимательно! Тихонечко открываем это и уходим! Только тихо! Тихо! Деревянные чипсы. Так, отступаем, ребята, отступаем, отступаем. Помогите! Добро пожаловать! Ha 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 ha!
Не может быть! Он съел мою кость! Эй, котяра! Докажи, что я вижу сон! Ущипни меня! Так больно! Я, наверное, сплю, раз так больно! Ладно, буду спать дальше. И все. Снова ты? Ну, хватит. Этот сон превращается в кошмар. Коты не ломают собачьи будки даже во снах. Мыши не ведут себя так с нами, с собаками. Видимо, я все еще сплю. Надо избавиться от этого сна. Ловкий парень. Хотел бы я очнуться от этого кошмара, но как? В глазах.
Я думаю, можно сказать, что вы страдаете от острых или не очень острых, как вам больше нравится, галлюцинаций. Это значит, что вам все кажется. Я покажу, что это значит. Служба доставки. Боже, как я буду рад, когда мы доставим груз. Я тоже. Прошлый во время доставки вырвался на волю и сожрал грузовик. Она здесь, шериф, она здесь. Кто? Что? Что здесь? Наша гарантированная безотказная система безопасности. Ты готов, Мелвин? Готов, Марвин. Ключевое слово для активизации нашей ловушки для воров – газот. Смотрите, газот. Боже! Джаред, что это? Что это? Это зубастый, прекрасно обученный, великолепный сторожевой пес. Охрана, 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 охрана. Он внимателен, бесстрашен и силен. Превосходный ночной сторож. Поздравляю, Джарвис. Думаю, на этот раз у тебя получилось. Я хорошо высплюсь, зная, что здесь зубастый. Я тоже. Ладно, зубастый, мы уходим. Если поймаешь кого-нибудь в магазине, работай. Охрана, охрана, охрана. Охрана, 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 охрана. Охрана. Охрана, 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 охрана. Me!
Охрана! Охрана! Мама! Папа! Папа! Охрана! Неужели парад? Обожаю парады. Охрана. 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 Привет, Зубастый. Как ты провел прошлую ночь? Охрана. Ну что я говорил, шериф, сверхнадежный сторожевой пес. Прекрасная работа, Джарвис, прекрасно! Спасибо, шериф. Спасибо, ребята. Вы спасли мою работу. А теперь вернемся к делу. Охрана. Спортивные фанаты, мы уже почти готовы начать суровые, опасные, ужасающие соревнования по гонкам на мотоциклах между бродягой Томом на улучшенном разрушителе дорог с объемом двигателя 1200 кубических сантиметров и попрыгунчиком Джерри на сверхскоростном мини-монстре с объемом двигателя 25 кубических сантиметров. Сейчас стартер уже на линии. Он машет зеленым флагом. И они стартуют. Обладающий ужасной мощностью разрушитель дорог Тома действительно взрывает землю. А Джерри увяз. Переход для черепах. У нас есть последние поразительные новости о мотогонках. Сверхскоростной мини-монстр Джерри преодолевает милю за милей и к настоящему моменту сильно оторвался от Тома. Осторожно, лужа. Thank you.
Безумствует, поскольку гонщики преодолевают последние мили перед финишной чертой. Джерри идет впереди, но под колесами разрушителя дорог Тома просто горит земля. Гонщик уже виден. Это Джерри. Джерри вырвался вперед. Том не сильно отстал, но что-то мешает его разрушителю дорог. Теперь Том догоняет Джерри. Они приближаются. Какой финиш? Они шли очень близко друг к другу. Нам придется просмотреть замедленную запись, чтобы назвать победителя. А вот едет Джерри. А рядом идет Том. Это ничья, ребята. А вот они выезжают на круг победителей. Приветствуйте их. Они оба получают чемпионский титул. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Патрульные Том и Джерри, свяжитесь с полицейским участком. Немедленно. Патрульные Том и Джерри, хочу познакомить вас с нашей новой сотрудницей Кэти. Кэти! Всем привет! Это Кэти. Кэти будет работать с вами. Ваше задание — ознакомить ее с работой. Думаю, я самая счастливая полицейская на свете, потому что буду работать с такими полицейскими, как вы. Я сяду в вашу машину и буду вести себя тихо, как мышка. Боже, я не хотела вас обидеть, патрульный Джерри. Думаю, вы самый милый на свете маленький полицейский. Эта полицейская машина будет еще лучше, если в ней повесить ситцевые занавески. Вызываю машину 6 и 7 восьмых. Следуйте на аллею участка 11-11. Малыш залез на дерево. Спасая ребенка, вы будете выглядеть героями. Так куда нам сказали ехать? Участок 604, 309, 82 или 707? Осторожно, малыш. Помощь уже едет.
Быстрее, пожалуйста, спасите моего малыша. Ой, он такой храбрый. Сюда. Кис-кис-кис, милая киса. Слушай, котеночек, сейчас же слезай с дерева. Я приказываю. Возьмите его, мэм. Спасибо вам большое, спасибо. Вызываю машину 6 и 7/8. На бульваре Беверли прорвало трубу с водой. Езжайте туда и сделайте что-нибудь, пока водопроводчики не перекроют воду. Да не стойте вы на месте! Сделайте что-нибудь! Действуйте! О, боже! Эти ребята в опасности! Слава богу, вы в порядке. Ребята патрульные. Как замечательно ездить с такими храбрыми полицейскими, которые могут так быстро решить любую проблему. Вызываю машину 6 и 7/8. На Хилл-Роуд потерялся маленький мальчик. Отведите его домой. Ты потерялся, малыш? Да, мэм. Хочешь, мы отвезем тебя домой? Я поеду на полицейской машине. Ура, ура, ура! Но давайте меняться. Честно, я разрешу вам покататься на моем скейтборде. Смотрите, как он едет! Вы в порядке, патрульный Том? Боже, из меня произошла небольшая поломка. Придется починить твою игрушку, малыш. Но сначала мы отвезем тебя домой. Вызываю машину 6 и 7/8. Вызываю машину 6 и 7/8. Срочно! Боже мой! Банда бродячих котов устроила беспорядки на аллее Аллен. Арестуйте их! Арестуйте! Это патрульный Том и Джерри. Прячемся! Откройте, мы хотим с вами поговорить. Откройте, мы хотим с вами поговорить. Ребята, смотрите, женщина полицейская. Не надо, хватит, мы сдаемся. Сдаемся. Итак, патрульный Том и Джерри, из этого отчета видно, что у вас был тяжелый день. Вы сняли малыша с дерева целым и невредимым. Вы придумали оригинальный способ перекрыть воду, пока не будет восстановлена труба. Вы даже задержали банду бродячих котов, не вызывая подкрепления. Поздравляю! Полиция гордится вами! А теперь, что скажете вы, патрульная Кэти? Вы сегодня чего-нибудь научились у этих прекрасных полицейских? Конечно, шериф. Я поняла, что они самые лучшие во всей полиции. Не считая вас, конечно. Что ж, это нужно отметить. Я плачу за напитки.
дайте мне попробовать шериф. Со шпилькой всегда получается. Из-за патрульных Тома, Джерри и Кэти. Большое спасибо, шериф. Попался. Теперь попался, хитрый лис. Перестань. Пожалуйста, спасите меня. За мной гонится жуткий пес. Он не остановится, пока не поймает меня. Это он. Я узнаю его стук где угодно. Пожалуйста, спрячьте меня. Я знаю, что он в доме. Откройте! Подождите. Мне нужно подкрепиться. Я так измотан. Вкусно? Очень вкусно. Спасибо. Ну ладно. Где он? А теперь мы снимем эту тряпку и найдем лиса. Раз, два, три! Так я и думал. Печенье. Верный признак присутствия хитрого лиса. Он должен быть где-то здесь. Как хороший охотничий пес, и я просто обязан его поймать. Этого чокнутого лиса. Извини, мне очень жаль. Пока. Проклятие. Да, вы правы. Теплый ванна поможет мне расслабиться. Проверка водопровода. Сначала я проверю ванную. Так, что у вас здесь? Нужно спустить воду. Ну, что я говорил? Здесь полно всякого мусора. Я его уберу. Мои бедные нервы. Могу я попросить у вас горячего шоколада для восстановления сил? Вы так добры. Это ты называешь горячим? Принеси горячий, слышишь? Горячий шоколад, живо! Спасибо. Мне это было необходимо. Бесплатная демонстрация вакуумного пылесоса! Это он! Спрячьте меня, спасите! Защитите! Пожалуйста! Спасибо, что согласились меня принять. Попробуем здесь. Ну-ка посмотрим. Вы считаете, что эта старая лисья шкура прекрасно сохранилась? Так и есть. Боже мой, я забыл самое главное. Как можно показать пылесос, не высыпав сюда мусора? Вот, смотрите. Как исчезает мусор. Все, мне пора. Вы видели? Эта жуткая лохматая гончая преследует меня. Это конец. Конец моему здоровью и счастью.
Мне так плохо. Извините, мне кажется, я создаю вам столько проблем. Вы можете включить телевизор, когда будете уходить? Я так люблю смотреть Суперлиса. Спасибо. И не забудьте про десерт. Я не собираюсь ждать весь день. Больной не может столько ждать. Эй, подожди, ты это называешь пломбиром? А где же взбитые сливки? Что за гадость вы мне подсунули? Это обман, я не буду это есть. Не буду, не буду. Вы на меня злитесь? Злитесь, что я все перепачкал? Это все из-за нервов, простите, я срываюсь по пустякам. Я требую, чтобы вы позволили мне помочь вам. Нет, не говорите ни слова. Ничего не говорите, я настаиваю, несмотря на свое состояние. Вот. Это было так утомительно. А теперь извините, я полежу на диване, пока вы не закончите уборку. Мне так плохо. К тому же вы должны знать, что у меня кончились конфеты. Это не конфеты. Значит, вы хотите, чтобы я работал? Я знал, что я вам не нужен. Я уйду. Уйду в холодный, жестокий мир, где меня ничего не спасет от голода. Кроме маленького походного ужина, который я, конечно, возьму с собой, чтобы больше не тревожить вас. Не потревожу вас никогда. Ни одного раза. До свидания. Я последний раз еще взгляну на вас, чтобы запомнить такими, какие вы есть. Парочка идиотов. Ты взял то, что нужно? Взял ли я то, что нужно? Все шло по плану. Они заглотили наживку и попались. Завтра мы займемся следующим домом квартала. Что у нас? Индейка, ветчина, сыр, настоящий пир. Стой! Отдай немедленно! Ты это видел? Эти проходимцы едят наш ужин. Вот, полюбуйся, в какие неприятности ты нас втянул. А я был к ним так добр. Нет, никому нельзя доверять. Да? Вы выгуливаете собак. И вы пришли вывести моего маленького Бубу на обеденную прогулку. Бубу, иди сюда, крошка. Бубу, это Том. А маленький, это Джерри. Вот поводок Бубу, Том. Хорошенько следи за ним. И помни, он еще совсем маленький. Мяу, мяу. Thank you.
С тобой ничего не случилось. Ты хорошо провел время с Томом и Джерри? Я так рада. Бубу вернулся счастливым. Почему бы вам еще раз не погулять с ним? Подождите, я хочу лететь с вами на юг, но я очень устал. Может, передохнем минут 10? Боже, я сейчас разобьюсь. Осторожно. А
Я хочу провести зиму на юге, но я слишком слаб, чтобы лететь с остальными. Мои крылышки слишком малы для перелета, понимаете? Посмотрите на них. Вы мне поможете? Здорово, здорово! Готов к взлету! Эй, мистер! Мистер! Самолет улетел без меня! На этот раз я держусь крепко! Эй, ты летишь со мной на юг? Класс! Как здорово лететь на самолетике! Мне даже не нужно махать крыльями! Прекрасная посадка! Но почему мы до сих пор не на юге? Ну, сколько мы еще будем идти пешком? Эй, мистер Пеликан, мы тоже хотим на юг. Может, подвезете? Почему бы и нет? Здорово! Это не хуже, чем лететь первым классом. Чем ты там занимаешься? Помоги мне нести детей! Извините, ребята, но у меня хватает своих проблем. Авиапочта в солнечную Флориду. Здорово! Прощайте, ребята! Увидимся в Форт Уотердейле! Эй, ребята, стойте! Подождите меня! Подождите! Одному мне будет там так одиноко. Давайте полетим на юг вместе. Хорошо, ребята? Мы ждем взлета? Здорово. Кажется, мы пролетели пару миль. Осталось всего около 2000. Здорово! Мы летим на юг! Слезай, лентяйка! Мы теряем высоту! Эй, перестань толкаться! Боже, кажется, мы снова падаем! Посылка во Флориду. Здорово! Здорово! Мусор. Неужели мы уже летим? Свалка. Кажется, мы уже приземлились. Как быстро мы летели? Боже, если это юг, то я хочу вернуться на север, к свежему воздуху. Юг. Спасибо, что согласились подвезти, мистер. Пустяки, ребята. Я еду в Майами. Меня там ждет прекрасная жизнь, если, конечно, мне удастся до Майами доехать. Вот это да, я слышу полицию. Здорово, теперь мы едем на юг еще быстрее. Я тебя поймал, мерзавец, тормози.
Мы просто ехали на юг, сэр. Попутчики, разве вы не знаете, что нельзя ездить с незнакомыми людьми? Здорово. Думаю, теперь у нас точно получится. Смотрите! Это летит моя стая. Мы будем на юге раньше, чем они. Майами. Здорово. У нас получилось. Мы добрались. Надо помассировать ему лапы. Здорово, здорово, здорово. Вот это жизнь, ребята. Смотрите, это мои друзья. Спускайтесь, спускайтесь ко мне. Вам нравятся мои друзья? Наконец-то съезд магов, проходящий раз в 100 лет. Теперь я, волшебник Сапстоун, докажу, кто из нас самый лучший. Манфред, в комнате для опытов беспорядок. Где этот бестолковый помощник? Манфред, ты снова спишь на работе? Извините, мастер, слегка задремал. Извините, пожалуйста. Это последний раз, лентяй. Я найду нового помощника вместо тебя. Даже лучше. 2 вместо 1. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. Что? Взять вместо меня кота и мышь? Вы не можете, мастер. Я все могу, все что угодно. А ты отправляйся ловить свой хвост. Хорошо, мастер, если вы этого хотите. А теперь, мои новые помощники, приберитесь в этой волшебной комнате. Увидите, что я покажу на сегодняшнем празднике, а я вздремну. Ребята, вы пожалеете, что отняли у меня работу. Как только я поймаю хвост... Эй, никто не имеет права пользоваться волшебной палочкой, кроме Сапстоуна. Так что и не думайте. Эй, я все время ловил хвост неправильно. Поймал, поймал. Ну все, воры чужих работ, я вернулся, так что вы уходите. Отдай мне ее, маленький нахал. Я хотел сказать, вы большой нахал. Кусочек волшебной палочки. Все, что нужно, чтобы убрать вас с моей дороги. Надеюсь, вам понравится на Северном полюсе. Что скажете, если мы решим это по-джентльменски? На волшебной дуэли. Ладно? Договорились? Запоминайте правила. 10 шагов вперед, кто свернет, тот проиграл. 1, 2, 3, 4, 5. И ваши шаги закончились. А теперь вы взлетите. Возвращайтесь и деритесь как люди. Я не имел в виду людей, ребята. Я совсем не это имел в виду. Я хотел сказать, как мыши. Ну все, маленькие неудачники, теперь я от вас избавлюсь. Вы хотите удрать, ребята? Не сможете.
ребята, давайте договоримся честно. Поскольку у каждого есть по волшебной палочке, давайте найдем другой способ решить, кто останется. Согласны? Хорошо. Так что я соединю все куски вместе и положу палочку в этот волшебный ящик. Согласны? Хорошо. Теперь ни у кого нет волшебной палочки, верно? Нет. Благодаря моему старому фокусу с рукавом. У вас ничего не получится! Это вам не сойдет с рук! Я сотру вас в порошок! Я их не вижу. Неудивительно. Жидкость для невидимок. Но это им не поможет. Потому что мне достаточно сказать «Появитесь!» Видите? Я рад вас видеть, ребята. Потому что я сейчас заставлю вас исчезнуть навсегда. Эй, зачем вы взяли карты? Я задаю себе глупый вопрос. На этот раз я вас поймаю. И ничто меня не остановит. Что-то меня все-таки останавливает. Нет, шкаф с волшебными жидкостями. Мастер убьет меня, если он разобьется. Черт возьми, что здесь происходит? О, нет, только не это. Разве пока я спал, здесь прошел ураган? Сейчас я узнаю. О, всевидящий глаз, покажи, кто устроил этот хаос. Да, мастер. Значит, причиной этого мои помощники и бывший помощник. Мне жаль, мастер. Ты действительно пожалеешь, когда я подвергну тебя самому страшному наказанию. Знаете, ребята, я бы хотел, чтобы этот день начался сначала. Я рад, что вы согласились стать моими новыми помощниками. О, нет! Неужели мне придется пережить это снова? Знаешь, Манфред, кажется, в наши дни кто угодно может стать волшебником. Вы правы, мастер. Этим пора заняться и собакам. По течению загадочной реки Амазонки плывут Том и Джерри, вооруженные только фотоаппаратами, чтобы найти редчайшую, никем еще не сфотографированную, прекрасную птицу Пипсквак. Эти бесстрашные герои могут пойти на любой риск, чтобы сделать этот снимок. Как близка была опасность. Но теперь вы спасены, ребята. Осторожно! О, нет. Они прыгают по спинам аллигаторов, которые, наверное, очень голодны. За исключением этого. Похоже, он хочет сфотографироваться. Наконец-то они на берегу. И теперь могут передохнуть. Дикий кабан. Осторожно, ребята. В джунглях нет никого опаснее кабанов. Джерри, не сейчас. Для дикой свиньи он слишком нахален. Ему не понравился либо снимок, либо моя шутка. Кажется, последняя. Бегите, ребята! Похоже, он хочет срубить дерево, чтобы вы оказались внизу. Это доказывает, что кто выше поднимется, тому дальше падать. За исключением наших героев, потому что им удается спастись. Держитесь, ребята, иначе вам лететь еще целую милю. Как?